В России дан старт кампании президентских выборов. За 6 лет с момента окончания предыдущей избирательное законодательство существенно либерализовалось. Об основных изменениях на пресс-конференции рассказали председатели Апатитской и Кировской территориальных избирательных комиссий. Предвыборная кампания начинается с информирования граждан. Основным лейтмотивом, как всегда, этой выборной кампании является легитимность, да, прозрачность. Ну, как и ранее на всех предыдущих кампаниях, да, лицом повернуться к избирателям. Для их удобства проведена реформа процесса голосования, касающаяся тех, кто в день выборов будет далеко от дома. Открепительных удостоверений, как раньше, больше нет. Вместо него любой гражданин может подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения. То есть граждане, которые фактически здесь де-факто проживают, а де-юре где-то зарегистрированы в другом регионе, могут по месту своего нахождения подать вот это заявление и включиться в списки избирателей. Подать его можно в установленные законом сроки. За 45 дней до дня голосования в территориальной избирательной комиссии, многофункциональном центре или на портале госуслуг. За 20 дней в участковой избирательной комиссии. Вся информация о гражданах, подавших такое заявление, регистрируется в единой базе. Накануне дня голосования в реестрах будет видно, сколько избирателей придут на каждый участок. Мы готовы вообще ко всякой работе, потому что мы работаем в системе избирательных комиссий, субъекта, поэтому я думаю, что нам наоборот, интересно. Это новое все. И хочу сказать, что многие члены участковых избирательных комиссий отметили, что это действительно интересно. В ходе кампании избиратели узнают обо всех нововведениях, ожидающих их на президентских выборах. А пока все интересующие вопросы можно задать по телефонам Апатитской и Кировской территориальных избирательных комиссий 745-14-590-74 и на горячей линии Центра избиркома по номеру 8 800 707 2018.